Новый год – самый радостный и долгожданный праздник для большинства из нас, но подготовка к нему требует немалых затрат – елка, украшения, подарки и новогодний стол. 2020 год для большинства из нас был непростым и в финансовом плане тоже. Пандемия значительно сократила доходы россиян. Поэтому мы решили собрать советы экспертов о том, как отпраздновать Новый год без ущерба бюджету. Расскажем о том, на чем можно сэкономить и как с выгодой для себя использовать банковские продукты, если собственных средств не хватает. Подробнее читайте в полном обзоре.